Просмотром работ Пикассо в старом театре комедий и драмы он увидел в толпе неземное лицо элегантной, изысканной дамы. Он искал ее тысячу лет, он встречал ее ранее где-то. У нее было редкое имя Жанет, а точнее, Жанетта, Жанетта. Какое чудо, Жанна, Жанночка, Жанетта. Вы муза у провинциального поэта. Чтоб вашу заслужить любовь, на эшафот взойдет любой, преодолев тоску и боль. У него ни кола, ни двора, и работа за штатом в газете, да еще на кларнете в оркестре играй. И она посмеялась над этим. Для нее звезды ярко горят и играют с лазурною синью. У нее респектабельный друг австрияк, и она покидает Россию. Вы просто чудо, Жанна, Жанночка, Жанетта. У провинциального поэта. И на костер зайдет любой, преодолев тоску и боль, чтоб доказать свою любовь. Музыканту она письмецо написала, а кроме конверта в бандероле альбом из работ Пикассо он оставил письмо без ответа. А еще через несколько лет на бескрайних полях интернета ей попался канал, где безродный поэт посвящает ей песню «Жанетта». «Жанетта, вот оно, восьмое чудо света, мечта и муза для безродного поэта». В рулетку русскую с судьбой сыграть отважится любой, чтоб доказать свою любовь.